Я думал, что здесь будет степь. Вот. А сегодня у нас вышло солнце, открылась полоса Саян. Конечно же, это фантастическое зрелище. Ну, это вообще потрясающее место, необъяснимо почему. То есть вот так вот взять и объяснить какими-то там словами, таких слов еще я лично не знаю, не придумал. Игорь Петренко и Александр Голубев – хорошо известные любителям российского кино актеры. На съемки фильма «Булак» они прибыли по личному приглашению режиссера. Я знаю Псалбона уже давно, мы работали на «Мы из будущего 2» и «В запрещенной реальности». Он приезжал, зная его, насколько он чистый, открытый, настоящий человек, у меня ни на секунду не возникло сомнения просто помочь, поучаствовать в том деле, которое он начинает. Александр Голубев оказался ярым приверженцем различных систем закаливания и, к удивлению окружающих, каждое утро купался в полынье незамерзающей речки в Ниловой пустыни. Здесь по большей части почему-то хочется одному все время побыть, понаходиться, нежели находиться в каком-то общении светском. Но общаться приходилось. Московские актеры на ежевечерних читках детально проговаривали и прорабатывали каждую мизансцену и диалог. Дотошно проникали в суть предполагаемого действия. На этих же читках рассказали о работе, созданной ими региональной общественной организацией, объединяющей актеров. И понимаешь, что у всех одинаковые проблемы, а люди просто даже не знают, как они называются, и надо их объединить и объяснить им, что они имеют право получать за свою работу какие-то другие, более-менее стабильные блага после выполнения этой работы. Наверное, сподвигло всех нас именно вот эта несвобода свободных людей, что ли. Пытаемся сами создать для себя какую-то систему, которая будет работать на нас же, на стариков, которые уходят сейчас, создавать именно систему, которая будет влиять и на образование, менять какие-то правила, может, поправки к законодательству. Заслуженный артист Республики Бурятия СНГ Ламбоев до того, как уволится из Бурятского театра драмы, как раз и возглавлял в коллективе профсоюз. Поэтому предложение москвичей организовать и зарегистрировать у нас филиал встретил с пониманием. В планах активистов объединить все регионы страны во Всероссийскую организацию по защите прав актеров. Единственная организация, которая может что-то делать, что-то менять, это именно профессиональный союз. То есть профсоюз актеров театра и кино. По окончании съемочных дней актеры улетели в разные города играть в спектаклях. Приедут ли они на премьеру первого бурятского драматического боевика, зависит от графика. Когда так люди работают, когда так люди вкладывают свою душу, все друг к другу с огромным уважением относятся, все надеются и верят. Это самое главное, поэтому я думаю, что кино будет, безусловно.